Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня 22 февраля 2020 года. Проросли у меня семена томатов розовый мед. Конечно, я их пустила, они стояли в темном месте на прорастании и вытянулись. Буду пикировать. Буду пикировать вот такой черный горшочек. Такой. И вот такой маленький. Подписала, конечно, землю пролила кипятком, как всегда я вам говорю. В эти горшочки буду по 5 штучек сажать, сюда посажу 2. И которые вон еще до конца не проросли, пускай те прорастают. Зашли они как-то недружно. Распикировала я этот томатик, розовый мед. Маленькие и большие. Здесь вот у меня еще много петелечек видно. Пусть прорастает. Вот Демидов сорт, если низкорослые, они и с томатики хорошие. Но тоже что-то не очень дружно. Пусть еще прорастают. По мере подрастания буду отбирать самые отборные, хорошие томатики, потому что мне много их не надо. Буду их высаживать, по-видимому, в теплицу или в тоннель. Что это за розовый мед? Очень люблю его, он чем-то похож на бычье сердце. Для открытого грунта плоды гиганты весом до килограмма. Ну, до килограмма, конечно, это очень трудно вырастить. Стоит пачечка 27 рублей. Это среднеспелый, высота его 60-70 на улице. А в теплице он до 1,20 м, до 1,50 м вырастает. Весом до килограмма, насыщенно розового цвета. Очень вкусные томаты, мне нравятся очень-очень. Советую вам посадить этот сорт. Сибирская селекция, хороший. Выращивает и на улице, и в теплице, везде его можно выращивать. Очень хороший сорт. Мне он нравится. Еще раз позволю повториться. Ну вот и все. Заходите в гости, дорогие мои друзья. До свидания, до новых встреч!